Всем привет, уважаемые рыболовы! Рад поприветствовать вас на канале Спингис 38. И сегодняшнее видео будет посвящено полноценному тестированию шуруповерта от компании Sumitachi. Данный шуруповерт совсем недавно появился у меня в арсенале. Является профессиональным шуруповертом, предназначенным как для сбора мебели, так и используемым в бытовых и промышленных целях. А также компания Sumitachi позиционирует данный шуруповерт как устройство, подходящее для бурения лунок на зимней рыбалке. Для чего, в принципе, я его и приобрел. Данный шуруповерт сейчас у меня находится в руках без батареи. Как видите, батарея снята и находится у меня в кармане. Сделал это специально для того, чтобы батарея не потеряла емкость и гораздо дольше и лучше служила непосредственно на рыбалке. Сам по себе шуруповерт имеет индикатор зарядки и непосредственно индикатор заряда батареи. Батарея, должен сказать, очень мощная, то есть 4 ампер-часа и мощность напряжением 25 вольт. То есть эта батарея довольно-таки большая сама по себе и изготовленная очень хорошо и качественно. Внешний шуруповерт выполнен профессионально, никаких претензий по сборке и качеству его исполнения у меня лично нет. Сейчас немного хочется сказать о том, что компания Sumitachi при использовании данного шуруповерта рекомендует установить настройки в режим сверления и установить на 20 мощность шуруповерта. Также шуруповерт имеет два режима вращения, то есть именно уровни скорости от 0 до 1650 оборотов. Мы выберем первый режим, который рекомендует выбрать производитель, то есть при этом мощность вращения будет от 0 до 500 оборотов. Кто не знает, ребята, с использованием шуруповерта его нужно использовать с буром правого вращения. Именно такой бур у меня сегодня с собой есть. К буру я прицепил и установил переходник. Данный переходник имеет ручку резиновую и выполнен на подшипниках. Бур 130, то есть самый ходовой размер. Новые, полностью новые ножи установлены, тонаровские. И, соответственно, сейчас попробуем посмотреть, какое же количество лунок удастся пробурить с помощью данного шуруповерта непосредственно на водоеме. Производитель рекомендует держать шуруповерт левой рукой, уперев его в туловище, а рукоятку правой. Периодически, конечно, при сверлении льда толщиной в метр нужно отбрасывать шугу, потому что может просто-напросто заклинить шнек. Пробуем. Давить на сам непосредственно шуруповерт и ручку не нужно. Все идет очень плавненько и хорошо. Мощность шуруповерта большая, поэтому нужно бурить аккуратненько, чтобы не получить травму. Соответственно, детям желательно не давать. Продолжаем бурить. Лед, как видите, здесь не самый чистенький. То есть так, еще одна луночка готова. Когда чувствуете ближе к окончанию бурения подходит, соответственно, надо вытаскивать шугу от льда и продолжать потом уже бурение. Так будет проще работать непосредственно шуруповертом. У меня опыта пока с шуриком мало. Так сказать, первая рыбалка. Поэтому учусь и продолжаем бурить.
То есть, ребята, сделал дорожку из 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 луночек. Давайте попробуем пробурить еще какое-то количество лунок. То есть, ребята, видите, с бурением первых лунок у меня возникли проблемы, поэтому на камеру я их снимать не стал. Сейчас уже дело идет гораздо легче и проще. Не забудьте, ребята, учесть то, что здесь толщина льда под метр и шнек 130-ка. Не соточка, а 130-й. Ну все, ребята, не досверлил одну луночку. Батарея у Шурика полностью разрядилась. Итак, друзья, потестировал шуруповерт. Давайте посчитаем полное количество лунок, которые удалось с помощью него пробурить. Вот мои саночки стоят. Первые 4 тестовые лунки, которые я сделал с помощью шуруповерта Sumitachi. И, соответственно, все остальные, который удалось проделать с помощью вот данного шурика. Шуруповер, должен сказать, очень здоровский, классно сверлит. Заряда аккумулятора 4 ампер-часа мощности хватает на то, чтобы просверлить общее количество 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 с половиной лунка получилось на полном заряде шуруповерта просверлить. То есть шурик прошел, можно сказать, свое боевое крещение. В среднем человек за один день рыбалки
Где-то в среднем делаешь от 30 до 40 лунок. А буром 130-м это уже сделать даже очень сложно. Поэтому данный шуруповерт прошел боевое крещение. Я уже приноровился, как видите, сверлить им. Первые 4 лунки сделать было сложно. Потом дело пошло как по маслу. Мощности батареи хватает для того, чтобы пробыть 31,5 лунки, которые у нас получились. Соответственно, этого количества вполне достаточно, что в течение рыболовного дня ходить, бурить лед толщиной до метра, как здесь, и вполне себе комфортно ловить рыбу. При использовании двух аккумуляторных батарей по заглазам на два рыболовных дня такой ходовой рыбалки шурика вполне хватит. Так что, ребята, кому интересно, где приобрести, в описании под видео оставил ссылочку. Всем желаю удачи, больших и крупных трофеев. Совсем скоро поедем ловить окуня, крупного окуня на братском водохранилище. Так что, ребята, всем удачи и до скорых встреч. Всем пока!